На самом деле, самое главное – это успех. Сначала удачно поступить, сдать ЗНО, поступить, потом работа, семья. В первую очередь сдать ЗНО нормально, чтобы поступить. А потом учиться дальше. Учиться поступать? Да. Куда, поступать? На кого? Ну, пока еще не совсем знаю. Вот. Быстренько на один вопрос ответить. Газета «Комсомольская правда» в Украине. Делаем видеоопрос. По поводу будущего. Это бездна. Ну, сначала думала, что, конечно, там карьера, все, деньги заработать, ездить по миру. А теперь мне кажется, что лучше, ну, семья, потому что, ну, там, оставлять свое, там, ну, продлевать свою семью, там, ну, не знаю, как это правильно. Работа, деньги, и там дальше семья и все остальное. Ну, взрослая жизнь, как бы.